Так, здорово, всем чуваки, программа Ура, проходи. Так. Надо. Блять. Прошмонать первый этаж, хорошо, это надо. Тут я был. Блять, что подключивает. Тут лифт. Тут тоже был. Что такое? Тут нихуя нету. Тут коридоры. Я все еще здесь, да? Кухня, блядь. Хм. А здесь ходила, нет? Идет нахуй. В этой стороне я был, блядь. Тебе нужен я. Кто-то еще ходит. Где собака ее? Еще кто-то ходит. А хуй знает, не знаю. Да ебаный идиот, блядь. Перегрузиться надо. Мысли, блядь. Подожди. Блядь, запаховался, а нет. Ты как допрыгнул до туда, ебать? Блядь. Ой. А в чем прикол? Секрет какой-то. Пиздец, блядь. Нихуя вообще не понял. Ты спускайся, ты. Чувак какой-то ходит. Это здесь. Какие ж тут, сколько ж тут коридоров, блядь. Так, тут я был.
Да, подсекем его. Ну, обратно все равно еще пойдет, нахуй. Или рискну так дойти. Very low, да. Кто там? Кто там? Эй! Тебе привет, нахуй. Чё вы там охраняли-то хоть? Блядь, тут я вроде не был, блядь. Ебать, мое помещение, ёпта. Какой-то век и золото нашел. Залезь. Да, что-то нет еще больше. Куда вы беретесь-то, ебать? Шрамы ебаные. Вон сюда, в угол, тут нам никто не ходит. Ха, тут нет ничего. Так, тут нихуя нету. Тоже ничего. Бля, что ж тут все запутано так, а? А что, ты еще одна? А было тут? Чуть не помню. Да, глянем. А, нет, тут не был, бля. Тут не был. Так, а тут залазил, не забыл. Ну и бассейн тут зашарил. Ну нихуя тут нет. Так, ладно. Так, теперь сюда можно сходить, да? Так, это куда я пришел? А, это я все еще здесь.
Я же кругами хожу. Ай, блядь. Ладно. Так, сюда я не ходил. Какой-то чел стоит. Надо тщательно все осматривать. Так, тут я был. А, вот это я забыл взломать. Где сложная дверь, бля. Ну что такое? Чего, подожди, проебал? Нихуя себе, газовая мина, прикольно. Да сколько вспышек нашел в одном месте. Заебись. Хорошая комната, мне зашла она. Ну чё, в принципе, всю нихуя больше делать. Надо наверх идти, нахуй. А там, блядь, через лифт я ебал, не пойду. Стремновато. Так, тут что-нибудь есть? Так, тут я был, тут две стрелы нашел, один, я понял. Там везде, сука, стражники стоят, ебать, нахуй. Ну, если только слепить их осеть. Тут я был. Давай сыр сожрем, у меня сыр есть, кстати. Иди посмотри. Теперь ничего не вижу. Блять, понятно. Что там крадется? Не думай, что сможешь долго прятаться. Моя могу все, нахуй. У меня выдержка крепкая. Давай, давай. Я найду тебя. Черт бы тебя подрал. Не нахуй. Я кто-то идет сюда, сука. Вот так вот постовых и можно высекать, нахуй. Иди к братику. Посмотрим, как раз двое было. Там двое, сука, хуёво. Они вроде меня потеряли, блин. Отдали, меня даже не видели, в принципе, нахуй. Записки.
Кармелла, сегодняшнее исполнение было блестяще, как всегда. Пишу в надежде, что вы согласитесь прогуляться сегодня вечером по второму этажу. Обещаю, что приду не с пустыми руками. Пожалуйста, не отказывайте мне. Если будет нужно, я прожду всю ночь. Короткая прогулка и милая беседа. Вот все, о чем я прошу. И в обмен на это у меня есть для вас особый подарок. Подарок достойной королевы. Ожидаю вас на прогулке. Ваш самый преданный почитатель, лорд Б. Так, а как эту хуйню выкинуть? А, на Г. Сейчас накурю. Насчет тех придурков надо как-то разъебать. А где они? Так, минус один есть. Блять, что за помещение такие? Тут нихуя вообще нету. Опача. Тут что у нас? А, тут эти два туебня, блять, которых я вчера вырубал. Тайна закрыта, да-да-да. Да и ну его нахуй, я вон от почки привык, пока ключ найдешь этот. Мистер Крабс играет в Counter-Strike 2, блядь. Тебя хуя ты открываешь там, ух ты, его. Нахуй. Так, а где этот дурачок? А, вон еще один ходит, бля. Что это такое? Не знаю. Бля, тут еще сверху ходит, да, мандрил, бля. А то где-то там дальше. Бля, сначала до нижнего ебануй. И нечего. Брат он, нахуй. Готов. Шевелись. Пиздец, их там двое, сука, надо флешку брать.
А, вот. Нихуя себе, еще и прошел, хуй увидели они меня, ебать. Какая-то где? Бля, где-то тут свистит, сука. Кто там? Эй! Эй, там! Выходи и представься! Сейчас представь. Как только я найду тебя, ты труп. Надеюсь, тебе нравятся трагические финалы. Я даже, блин, не поцарапала. Пиздец, нахуй. Как я его не ушатал? Блять. Значит, придется моховую стрелу все-таки использовать. Да хули их все равно 10. А, он в эту сторону смотрит, я сейчас его с другой стороны обойду, нахуй. Эй, бросай оружие! Тьфу, заебал, я его сейчас слепану и убью, нахуй, рот его ебать. Вот и все. Да я мог и так, ёбну, в принципе. Ладно. Что уж теперь. Так. Ты похуй. Мне еще надо флейту найти где-то, нахуй. Ой, там какие-то чуваки стоят. Я пока не пойду. Это я тоже дергать пока не буду. Целебного старби надо сожрать. Нихуя все равно. Так, ну что, вот сюда сходи, бля, подожди, прыгнуть сюда вот попробовать. Может, тут что есть? А, подожди, тут тоже что-то есть. Да. А, вот лифт этот, блядь. О, пожитки. Мое. Мое. Ну, куда это все идет, блядь? Все очень интересно, но ничего пока не понятно, блядь. Ладно, сейчас я там это, в одну дырку еще слазю. Тут же еще есть. Я даже не там, не там полез. Так, где тут? Да, блядь, отцепись-то от нее, нахуй.
Отцепись, сука. Блин, порой, блядь, раздражает меня. Угу. Значит, наверх он на сам. О! Тут я не был, блядь. Блядь, все закрыто, блядь. Подожди, а может ключи какие подойдут? Ладно, сломаем тогда нахуй. Но подождите, кого же я вижу? Кто осмелился рубить лес в моих владениях? Я ваши владения осмелился зайти нахуй. Наверное, пусть тут и спят, наверное, нахуй. Подожди, а эта флейта не золотая, да, получается, блин? Тут опять писанинка, блин. Мистер Криби, Ян дорогой, настали великие времена для таких мыслителей, как мы. Я уверен, что тайны артефакта вскоре станут моими, имея в распоряжении его силы и силу, заключенную в вашей музыке. Я все более уверяюсь в этом, в том, что нам день близок, наш день близок. Пожалуйста, примите эту флейту как знак моего бесконечного уважения за нашу особую дружбу. Блядь, сори, кашель заебал. И за вашу бесконечную преданность опере. Всегда ваша леди Валерия. Значит, тут флейта где-то есть. А где? Тьфу. Хм. А как эту хуйню открыть? Значит, ключ у кого-то, блин, должен быть. Она бьется, но не ломается. Может, у этих долбоебов ключ? И вроде нету. Блядь, заебал кашель этот ебучий. Как, блядь, открыть ее? Нихуя. Блядь, надо не забыть это место сейчас. Хм. Прикол, помещение хуй знает. У нас хранится. Блядь, все закрыто, блядь. А где этот ключик должен быть, нахуй? Значит, там флейта лежит в этой хуйне, получается. Так. Ну да, вот она флейта, знаете, тут написано. Значит, сука, у кого-то должен ключ быть, блядь. Секретик какой есть. Что-то нихуя не видать. И все равно на 3 серии эта миссия. Тут потом буду еще рискать искать получше. А это куда ведет, ебать? Тут нихуя не спрятали. Так, это я где вообще? Библиотека, 3 этаж, ебать.
Реджинальд и Кунандра принцесса леса, блядь. Или трагический сказ о запретной привязанности героя нашего Реджинальда, послушника хамеритов, к игривой Канадре, обитательница леса и повелительница всех деревьев, либретто и музыка Яна Крипса, акт первый, опушка леса. Реджинальд был послан на руби дров, он поет. Вот я, простой послушник, сюда я был отправлен дровишек нарубить, в такой денек погожий, не сбиться бы мне с пути. Канандра поет издалека, ах, славное солнце, согрей нас лучами. Ну что там, кого я узрела, осмелился кто-то, кто с топором посещать владения мои. Он ответит за это. Реджинальд поет, ах, изыди, ужасные леса создания, он возносит топор и намерен сражаться. И тут Реджинальд лицезреет Канандру. Он поет, но я ли назвал ужасающим лесом созданием? Тебя что, прекрасно, как бабочки крылья? Канандра, очи ее встречаются с очами Реджинальда, поет, но я ли посмела тебе удар нанести вероломный? Да, лучше бы я погибла бы сама, они обнимаются и покидают сцену. Лесные твари поют, шла, лау, тру-ля-ля и т.д. Конец первого акта. Что, люди правда платят деньги, чтобы увидеть вот это? Блин, походу да, его. А это что-то нихуя не читает, слышишь? И что, я сюда залазал, а кто хуйню читает, что ли, его? Блин, ну тут по-любому что-то должно еще быть. 100%. Нет. Меня наебали? Бля, еще второй этаж не смотрел, на. А, второй этаж, блин, в третьей серии ебать. Ёбаный, бля. Не, давай со второго лучше этажа начнем, пизду. Нахуя я тут сюда? Перемешивают все, правильно? Так. А где все вообще? А вот тут ходит, ебать. Ну подождемся. Где они все ходят, блин? Эй, покажись! Я тебя быстро найду! Чувак, ты это... попутал что-то, нахуй. Блять, он сейчас меня же увидит, сука. Кто там? Все пока путем. А вот сюда библиотеку зачкнуть нахуй. Сюда, я думаю, никто не ходит. Пусть лежит нахуй. Пиздую. Так, это я на втором этаже, да? Второй этаж, Крипс. Крипс какой-то, блядь. Понятно, но очень интересно. Блин, две стрелы проебал, ебать.
где золото-то хоть? Что-то золото не попадается даже, блядь. Здесь кто-то есть? Стража! Вор, схватите его! Куда ты нахуй? Слышь, чувак, где твое барахло, ебать? Подожди, у него что-то висело, ебать. А как с него это снять-то хоть? Подожди, да, переиграть. Что-то я нихуя не понял. Он висел что-то на брюхе, блядь. Что это было? Вор! Вор, схватите! Нахуй! Вот теперь я у него спец сделал все. Да ёб твою. Как он чел стоит. Так, это я куда попал вообще? Пост охраны, билетная касса, ебать. Да хуй с ним, ладно. Ёпта, тут аж двое, нахуй. Ничего там нет. Ну как же они хуёво там расположены, а? Блять, я не знаю. Тут чё кто-то кряхтит где-то, нахуй. Мне сначала надо верхних похуярить. А то, блядь, смогут запалить, нахуй. Что там такое? Повернись. Блять, ты откуда взялся-то хоть, ёб твою. Блять, это у меня пресекли, значит, суки, ёбаные. Да хуль там, блять, кафель слышно все. А, вон, да, это нашумело, он, получается, сюда подниматься сейчас будет. А где он, ебать? Я знаю, ты где-то здесь. Да иди сюда, ебаный народ, вы же, блядь, там сзади. А, вот он, отлично. И дал нахуй. Холодно, но сыро. Сыро, сыро. Сейчас, блядь, будет вам сыро, нахуй. В мадрилу ебучая, блядь. Ну что, надо еще одного сагрить сюда, нахуй. Вот так вот и хагрит, и заебок.
У него как быстро бежит, нихуя себе. Спринтер, нахуй. Блять, если он сейчас тела найдет, это будет вообще хуёво. У нас чужак, глядите в оба. Сука, а. Да ладно, того можно и так захасить нахуй. Хули он там один теперь ходит. Я еще буду выжидать, блять, нахуй хули мне нужны. Тут если выжидать, заебешься нахуй. Блять, тут хуёво, вот кафель ёбаный, блядь. Ладно, пусть. Блядь, где спрятаться-то, блядь? Бля, пока придет вот сюда, нахуй. Сейчас я возобновлю тогда, а то долго это будет, нахуй. Так, вроде чешет сюда, нахуй. Сейчас, нахуй, на спринтере надо догонять его и вырубать сразу, нахуй. Это ты? Так, один через окно стоит, лучник который-то. Надо за ним теперь идти, бля. Кто там? Есть там кто? Блядь, еще один ходит. Заебали, блядь. Хуёво то, что кафель, блядь, слышно очень. Я что-то видел. Nothing here now. Блядь, как хорошо сами ко мне все идут, блядь. Просто охуенно. Эта серия мне определенно нахуй везет в этой серии. Ну теперь того надо хуярить лучника, блядь. Тут где-то чел ходит. По-моему, с коридора в коридор, да? А, вот он, блядь. Все, я прочухал, где он. Двое там. Попотеть, сейчас как бы ты, смотри, не попотел, ёпта. Да заебать, лучники опять не докучать, что ли, будут, нахуй. Блядь, как его, блядь, захуярить-то, блядь. Блядь, флешку на него жалко, держи, блядь. Блядь, и это не потушит, нихуя.
Вот сейчас она подсекать, сейчас пойдет и вырубать его нахуй. Фу, ёб твою мать. А он прошел или нет? Что там такое? Наверное, крысы. Да ёбаный в рот тебе, блядь, что эти двери самозакрывающиеся, блядь. Сука, не раздражают, блядь. Ай, блядь. Давай, хуйсос, иди, блядь. Что это? Просто ветер, а? Ты забирай его нахуй. От греха подальше нахуй. Ладно, этот хуй там один остался. Он и не слышит нихуя, пьяный походу. Так. Патрулирующего зато забрали нахуй. Ну хорошо, вниз не падаю. Тут вместе провалилось, нахуй. Я уж там, блядь, целый склад, наверное, трупов уже сделал. Оглушен там коридорчики, блядь. Вот раньше игры делали, блядь, играю, блядь, и ты аж душа радуется, блядь. Вот тут годноты столько побольше было, блядь. Да я там в Википедии лазил, это канабу, блядь, там выбираю игры, какие проходить буду, какие нет. Там под себя смотрю, блядь. Этот бубнит, ходит, что-то хуй его знает. Так, ну здесь заебись, здесь покончено, в принципе, нахуй. Отлично. А это внизу где-то ходит, хуй с ним. Так, пойдем по этой стороне посмотрим, что. Так, ну тут нихуя нет. Теперь нахуй на той стороне такая же, наверное, хуйня теперь. А тут вообще дверей нету, нахуй. Вообще дверей нема, блядь. Нихуя, нихуя задание ни одно не сделал, сколько играю уже, блядь. А чё тут? А, тут только сюда проходить. Типа это я на втором этаже лазить, да? А, вон он ходит. Значит, надо ждать его, а хули делать. Блять. Блять, это далеко, сука, ходит, патрулирует, блять. Все, он обратно идет. Сейчас подсекем. Блять, хуёво, вот этой лампочки не тушится, блять.
Человек потеряет природу. Это мое самое любимое произведение. Позвольте мне не согласиться с вами. Эта опера больше походит на пародию, чем на посвящение. И моим несчастным ушам приходится выдерживать все это. Ха, тебе не нравится, потому что в опере трагический конец. О, это совсем не то. После того, как Валериус перестал нами заниматься, нам приходится ставить все эти чертовы оперетты Крибза со всеми этими попойками, бандитами и прочей чепухой. Как вы можете все это переносить? Ну, я сказал бы, что это ново. Вот что я сказал бы. Главное не дать им сообразить нихуя. А у тебя нихуя нету? Бля, там тоже какая-то сучка стоит, бля. Крысы шумят гораздо громче, чем мы. Че, они будут пиздить, да нихуя? Привет. Спасибо за золото. Ебать, да я настоящий хитман, нахуй. Ну кидай ты его, ёб твою мать. Её тащи. Столько коридоров, ебанулся можно нахуй. Бля, там какие-то эти мадрилы сейчас стоят. А, ты окружка дал, типа. Мне бы еще ту с другой стороны кулис бы издануть бы. Тут я был, да? Ну да. Бля, как бы теперь тех долбоебов сагрить нахуй? Ну, у них, наверное, флешку плюс использую. А, там третий этаж. Пиздец, я тут в наглую прям летаю, хожу нахуй. Как у себя дома, нахуй. Да эти где-то внизу лазят. Блядь, что тут вообще что ли ничего нету, нахуй? Пойду вниз туда пробегу, и на этом сервис закончу, там где они ходят, там вырублю еще одного, нахуй. Ну уже посвободнее уже это ходится. Я уже большинство их похуячил. Где-то внизу, блядь, лазят, нахуй. Никого, чувак, да, ты прав. Никого нету, нахуй. Давай, разворачивайся, нахуй. Ну или так тоже пойдет, нахуй. Чего тут охранял ты? Где золото? Чё за, блядь, нихуя нету ничего, блядь. А-а-а. Это вот это, типа, вот... А, вот, я понял, все, я вспомнил ту улицу. Я ж позавчера играл, не забыл. Надо в эту сторону, значит, идти посмотреть, что тут. Тут может что-то быть. Что это? Какой-то счетчик хуевый, наверное.
дремал тут вообще. Бля, где пожитки-то хоть, ёпта? Почему здесь водяной стрелы нету, нахуй? Охуеть, блядь. Густо, я бы сказал бы. Пожрать надо сейчас. Жрать охота, блин. Хуй его знает, куда я пришел и откуда. Тут вообще лестницы нету, нахуй. Какой-то алтарь. Хоть бы в руке у тебя хоть золото какое-нибудь было. Такой себе. Я бы так сказал. Сколько времени-то? 4:45 утра, ёпт. Что теперь тут надо шуршать, нахуй. На третий этаж надо идти. Сейчас найду. Ну, их слепить надо там. Они, сука, далеко стоят. А, дед... а, через библиотеку, через третий этаж можно было залезть. Ладно, это уже все серии. Сейчас сохранюсь. Фишку сделаю, самое главное. Сюда вот. Так и называется, да, песня пещер. Все, продолжим на следующей серии.